Смертность в Италии по итогам 2020 года может сравняться с временами Второй мировой войны. По итогам всего года смертность в Италии может превысить 700 тысяч человек. Это вызывает беспокойство, потому что нечто подобное происходило в прошлый раз в Италии в 1944 году. Мы находились посреди Второй мировой войны. Годом ранее в Италии за год скончались 647 тысяч человек. Кроме того, население Италии продолжает стареть. Средний возраст итальянцев в 2019 году составил 45 лет, увеличившись по сравнению с 2011 на 2 года.